Я категорически не хотела быть актрисой, так как у меня в семье 6 актеров и папа режиссер. Я хотела быть уборщицей, садовником, всех людей, которые я видела вокруг, я хотела, потому что мне казалось, что там жизнь, а я сижу в гримерке на сцене, вот, постоянно жду маму, и это ужасно. И я точно не хотела заниматься этим. Я хотела быть клоунессой, вот, и выросла, и хотела поступать к Славе Полунину. Но случайно я проходила мимо театрального института в 10 классе, и все-таки, наверное, мои гены дали знать. И в итоге меня взяли, я стала актрисой. Вот, подъехала прекрасная машина. Наверное, это за мной.